А следующий выпуск нашей программы мы решили посвятить одной из центральных улиц города Владивостока – Океанскому проспекту. Сегодня быстренько пробежимся по нему, посмотрим, чего да как. С Богом! И нас сразу же на первых шагах встречают прекрасно заботливо вырытые ямы. Непонятно для чего они пока, скорее всего, для старинных фонарей, коими будет украшен весь центр Владивостока. Но, может быть, туда и посадят елочки в кадушках. Сейчас мы, кстати, спросим у девушки. Девушка, скажите, пожалуйста, а вы думаете, для чего вот эти ямы вырылись? Да мне пофиг вообще, на чего они. Ой, извините, пожалуйста, а как вы считаете, сколько еще ям нужно вырыть в городе, чтобы в городе хорошо было? Интересный вопрос, да. Ну, хотя сколько? 100, 200, вот таких вот, например. 200. Здесь у нас лежит кошка. Красивая кошка. 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 Я боюсь ее трогать. Кошка. Извините, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какую гранитную плитку лучше класть? Продольную или поперечную? Мне без разницы вообще, какая плитка будет. Ну как, вы хотите же в красивом городе жить? Хотелось бы жить в красивом городе. Но дело не в плитке? Нет. Кошка, ну проснись. Ну, пожалуйста, проснись, поговори со мной. Вот такие кошки на Океанском проспекте. Наплевали они на все. На все, на благоустройство города, на строительство, на все наплевали. Отвратительно, конечно. Этот звук разъедает мне мозг! Вот, мы сейчас перейдем на другую сторону. Я хочу вот добраться до этой стены разукрашенной. Она очень красивая. Помню, были подсолнухи, сейчас какие-то цветы, одуванчики, насколько я понимаю, и птицы. Да, стена, конечно, красивая. А, вот это я понял. Это вот серые эти штуки, это когда начали кирпичи вываливаться из стены, они тут залепили все цементом и типа сказали, что это кирпичи. Нет, ну здорово. На самом деле, ну, по крайней мере, оригинально, это факт. А здесь у нас сквер почетных жителей города Владивостока. Недавно сделанный, засеянный зеленой травкой, уложенный гранитными бордюрами. Красивый. Сейчас мы посмотрим, чего здесь у нас тут понастроено. А можно к вам обратиться? Скажите, пожалуйста, вы знаете, как называется этот сквер? Нет, мы не знаем. Он только недавно построен, открылся недавно, мы даже не знаем. А вот под этим затянутым зеленым материем основанием будет возвышаться, собственно, доска, на которой будут указаны все почетные жители города Владивостока. Пока здесь скромно все. Пока! Пока! А вот это у нас здание Тихоокеанского государственного экономического университета, ТГУ, Царствие Небесное. Слушайте, а эту подпорную стенку я вообще первый раз в своей жизни, честно говоря, сегодня увидел. Я никогда не обращал на нее внимания. Вот оно, это чудо инженерной мысли. Вот оно. Я помню, здесь, когда начинали рыть, здесь еще была... Сначала была клумба, потом построили стоянку для автомобилей. Было очень спокойно, можно было дойти до Мордовцева в университет. А потом начали рыть. Сказали, что 5 этажей, по-моему, парковка должна быть сверху. Должны были быть лавочки, деревья, все должно было быть красиво. Вот, собственно, во что это вымахало. Замечательная парковка, внизу есть там 2 этажа. Отвратительных совершенно, ну... Построили. Лавочку вообще хорошо, что здесь поставили. Можно спокойно сесть, расслабиться и посмотреть на Фреш-Плазу. Замечательно. А вот здесь у нас, дорогие друзья, замечательное здание. Банк имени Фадеева. Раньше эта библиотека принадлежала профсоюзам. Ну а теперь лидер этих наших приморских профсоюзов баллотируется в Государственную Думу. Конечно, даешь стране еще больше библиотек, даешь еще стране больше банков имени Фадеева. Это у нас был раньше магазин «Изумруд», теперь торговый центр, большой, красивый, дорогой, наверное. Вот у нас тут еще написано «букеты из конфет, букеты из чая». Ой, я, конечно, не силач,
Вот. Но то, что они вот так шатаются, мне кажется, это не совсем нормально. И какой-то брак и дефект в производстве. Или в производственном процессе. Ну вот, собственно, мы практически уже добрались до площади. На ней сегодня ярмарка, наверное, продовольственная какая-то. В следующий раз, я думаю, пойдем по площади погуляем. Да и, собственно, а потом по всему городу. У нас еще Чуркин впереди. Нормально.